Здравствуйте, я Ольга Витковская. Рада вас приветствовать на канале Форекс Новостей Инстафорекс ТВ. Активность производителей в крупнейшей экономике Европы Германии существенно сокращается. Такую негативную динамику вчера засвидетельствовал отчет Министерства экономики страны. Согласно предоставленной информации, количество фабричных заказов за апрель месяц сократилось самыми резкими темпами за последние полгода, продемонстрировав снижение на 2,3%. Годовой показатель при этом опустился к минус 0,4%, в то время как аналитики ожидали подъема к положительному значению 0,9%. Эксперты утверждают, что в последнее время наметился значительный рост внутреннего спроса, который и приведет к росту производства, розничных продаж и, соответственно, промышленных заказов. Также глава Европейского центрального банка предупреждает, что уже в ближайшее время экономика еврозоны начнет демонстрировать восстановление, чему в помощь продолжение стимулирующих программ от европейского регулятора. По прогнозам Марио Драги, текущий год завершится экономическим спадом в размере 0,6%, но уже следующий 2014 год продемонстрирует рост на 1,1%. При этом инфляционные ожидания в регионе будут сдержанными, рост потребительских цен сохранится в пределах 2%. Вы смотрели новости от компании InstaForex. Оставайтесь с нами, до новых встреч!